заседание, и поэтому я хочу обратиться вот сейчас к представителям правительства. Зачем нам два ДГСН в государстве? Сейчас в министерстве все замы санврачи, ни одного лечебника нету. Почему убрали Каратаева, который единственный работал во время пандемии? Он ездил по всем городам, везде, он единственный компетентный. Ко мне гемодиализники обратились, гепатитники обратились, он, кроме него никто ничего не решает. Лучше бы Джакубековой занялись, которая виновата в протоколах. И еще то же самое могу сказать по Керемалиеву. Тоже непонятно, кто в Минсельхозе будет теперь приходить и сюда здесь отвечать. Мы должны сохранять институциональную память. Мы должны держаться за государственников. Мой коллега один сказал, что сейчас не время государственников, поэтому у нас и государство такое шаткое, потому что мало государственников во власти. Таких людей нужно удерживать, наоборот. И это неправда, что Каратаев нигде ничего не делал. Спасибо.